Вот. А приобретение есть еще в крупных формах, когда в 1979 году, которому, как мы уже выяснили, в этом году исполняется 40 лет, исполнилось, я написал первую оперу «Свадьба». Потом эта тема мучила меня 20 лет. В 99 году я написал пятую «Свадьбу», песню, то есть 4 оперы и 1 песня, и думал, что все, слава Богу, это закончено. Достало уже, знаете. Хотя каждая свадьба это было слежение за временем, за тем временем, потому что, ну, первая свадьба, на второй, значит, они МММ поиграли, на третий попробовали китикет, на четвертый там меховые прокладки для жительниц Субботы и Ухты. То есть как-то вот можно проследить некую историю нашего общества по этим операм. И я думал, что все. Виктор Семенович Берковский все время в общих концертах говорил мне: «Сергеев, я ненавижу твои свадьбы, но сейчас ты пойдешь и будешь петь свадьбу. Потому что это конец концерта, надо поднимать как-то, чтобы зал очнулся от радости и вернулся на землю». Я так понимал, Виктор Семенович. Вот. И вдруг, 19-й год, пробило, ну, меня не могло не пробить, знаете. Потому как я уже 6 лет счастливый пенсионер. Я по глазам вижу, что некоторые еще отдалены от этого счастливого момента. Некоторые отдаляются, скажем, прожитым годом. А когда все молодеют на глазах, что же делать? Я говорю: правительство работает. Я хочу воскресить эту песню. Как же? С угрозой сказал я. Вот, и значит, вдруг выскочила «Свадьба номер 6». Опера. Но если, например, в 79-м году начинала «Невеста», в «Свадьбе номер 3» начинала «Теща и тесть», то сейчас «Свадьба номер 6» начинается монологами «Портрет тещи» и «Портрет тестя». «Портрет тестя». Думал, все, не довесю, снимком черно-белым муха сволочь шикатит, слышь, мать, а мать. Портрет тещи. Слава Богу, что в стране занялись отделом, и детишки будут вновь свадебку гулять. Входят гости, чихают, кашляют, прицельно портят воздух. Ох ты, батюшка, киста, глянь, какая красота! Димитров и Сталпурген, запрещенный Сидуксен, сульфамид, хлорида, мать, с резерпином благодать, и рюмашки доставай, кровололу наливай. Тамада. Прошу вас, господа пенсионеры, понизить ваш ликующий галдеж. Я понимаю радости сверх меры, но надо ж пожалеть и молодежь. Они-то, блин, ни в чем не виноваты, ну, родились в печальные года. А, между прочим, это вы, ребята, себя не слабо тешили тогда. Гости, помним, было дело, помним, было дело, было дело, было дело, помним, ай-я-я. Жених, а мы с Танюхой в 79-м впервые сочетнулись и брачком, но сил еще осталось многовато, и вот женюсь снова старичком. Невеста, а нынче нам по телеку сказали, что старость — это юности пора. А если бы поменьше наливали, то печень бы держалась до утра. Гости, а горько-горько, а всем нам горько, а мы живем детей растя, а поцелуйтесь, дай-ка, с Колькой, но не теряйте челюстя. Министр здравоохранения, дорогие мои старики, мы сердечно вас всех поздравляем. Старики, вы мои едоки, сейчас укольчиком вас откачаем. Тамада деловито засучивая рукав. Конечно, рюмка водки внутривенно полезна молодым и старикам, но, обращаясь к юным поколениям, хотелось бы заслушать всех вас нам. Вбегают детские члены специализированного отряда «Юный старичок». Не надо о пенсиях думать, ребята, не надо, ребята, тужить, первая девочка. Ведь ты, получая большую зарплату на пенсию, можешь скопить.
второй мальчик. Сказала мне бабушка: внучек, нормально, я стану комбайн на крулю, я сяду к станку, я веду перорально, я весь ваш отряд прокормлю. Министр здравоохранения: дорогие мои старики, выживите до ста и обратно, а тем временем поставщики вам поставят для вас препараты. Входит министр обороны: солдатушки, бравые дедушки, а чё вам делать дома? Дома клизма, клизма с ревматизмой, а вот и всё, что дома. Солдатушки, да бравые дедушки, а если будет тяжко, а вам помогут ваши же старушки, и не будет тяжко. Кружки, а хрясти с вашим затоном. И все: ой, да как бы хряд, да 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 пухрен, пухрен Вашингтоном. Приказ верховного главнокомандующего знаменование увеличения срока дожития призвать тех, кто успел не успеть, на действительную пока службу. Гость. Жалко, рано я ушел, ща бы напить.